В данный момент прохожу химиотерапию, зимой в перерывах выходила покататься на лыжах, знаю, что умеренно физическая нагрузка не повредит. Хотела бы задать вопрос, можно заняться летом, бассейн походить или вообще показаны какие-нибудь виды спорта. Ну, в принципе, все, что вы переносите, пожалуйста, занимайтесь любой физической нагрузкой, которая вам по силам и от которой вы не чувствуете сильной усталости, потому что мышечная нагрузка, она нужна. Это и кардионагрузка, и развитие мышц, и потому что мышцы при движении, они выделяют определенные тоже факторы, которые влияют на иммунную систему человека. Поэтому не пренебрегайте этим. Вот сегодня у меня пациент второй день после операции, он уже ходит по коридору, и я ему дала задание находить как минимум 0,5 километра за сегодняшний день, а лучше больше, потому что идет быстрее восстановление после операции. А уж во время прохождения химиотерапии всю ту нагрузку, которую вы можете переносить, обязательно выполняйте.